Беларуси интересен опыт Китая в проведении крупных международных соревнований, в том числе практика обеспечения порядка. Об этом сегодня заявил президент на встрече с министром общественной безопасности Китая Го Шинькунем. По оценке Александра Лукашенко, уровень отношений между странами сегодня определяет не расстояние, а общие интересы и совместные проекты. Минск и Пекин объединяет высшая степень доверия, которая на языке дипломатии звучит как доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. Такая формулировка предполагает в том числе обмен опытом и координацию действий в вопросах безопасности. При этом Беларусь выступает за более тесное взаимодействие правоохранительных органов. Ваш приезд знаковый. Он подтверждает то, что между нашими государствами, между Белоруссией и Китайской Народной Республикой, установились отношения стратегического партнерства. Мы очень активно сотрудничаем. Идет серьезный переток людей. Белорусы едут в Китай. Граждане Китая едут в Беларусь. Мы очень много строим совместных предприятий в Китае. И особенно здесь, в Беларуси, работает очень много граждан Китайской Народной Республики. Естественно, со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более активной и тесной работы правоохранительных ведомств. Тем более мы в канун проведения крупнейшего массового спортивного мероприятия, вторых европейских игр, и нам очень важен ваш опыт, который вы накопили при подготовке и проведении в свое время Олимпиады в 2008 году. Поэтому ваш опыт для нас будет весьма важен. Министерство общественной безопасности Китая выполняет функции не только полиции, но и пожарных, пограничных служб, отвечает за надежность систем связи и коммуникаций. Отсюда весьма широкий круг задач – от антитеррора и борьбы с криминалом до контроля миграционных потоков и расследования экономических преступлений. Также стороны подтвердили готовность делиться наработками в борьбе с современными вызовами – терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью. Вопрос обеспечения безопасности и законности Александр Лукашенко сегодня обсудил с еще одним высокопоставленным гостем из Китая. Цао Цзяньмин входит в Центральный комитет Коммунистической партии КНР и возглавляет Верховную народную прокуратуру. Накануне генеральные прокуроры двух стран подписали программу сотрудничества ведомств до 2019 года. Переговоры проходят в канун встречи глав государств в ближайшее время в Пекине. Александр Лукашенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества.